Золотится роза чайная, как бокал вина. Между нами дверь стеклянная, между нами тишина. Пришло время для главного события. Наш первый противник выходит на ринг. А в этом углу мы видим... Эти двое будут сражаться, чтобы увидеть, кто... The champion of Orlando! Это противостояние титанов! Это становится затянутым. Что за художники? А дополнительные деньги идут кого-то. Чем вам не понравился Бобики Маус? Можно смело назвать этого тренера слабаком. В этом углу у нас... В следующем встретиться лицом к лицу... Мы решим раз и навсегда, кто... The champion of the old times! Нежности оставлены прочь. Невероятно. Дубадук, ты потише, иди себе. Ненавистники проявили себя. А то сейчас я модером ход скину и посмотрю потом, на что модеры способны. А сейчас летает на ринг. И противостоять им будет. Буду потом там смеяться. Один из них будет коронован. The champion of heavy metal! За все мои 27 лет вещаний я никогда не видел такой реакции. Боже, какой блядь. Далее у нас будет... Внимание, внимание, рисовали женщину, смейтесь! Эти двое стоят лицом к лицу, чтобы посмотреть, кто... The champion of dummies! Что за художники? Как тебе такое, Илон Маск? Что ж, ребятки, хитрые влетели в тебя. А следующим будет... Против. Один из них выйдет как... The champion of getting results. Бля, на Слоре, кстати, как с фотки, жесть. На Слоре прям как Погнали. Реально. Отвратительная сцена, ребята. Уступите дорогу, идет. Против? Только один из них может быть. The champion of Whoopsie Daisy! А ручка-то бойчея. Толпа не может насытиться. А вот и наш следующий конкурент. Против. Эти двое соединяются, чтобы быть The champion of Maxin and Relaxin. Кто хочет больше? Битва с ногшей. Хуёвая гитара какая-то. Давайте просто скажем, что толпа не очень любит этого тренера. А следующий? У сука. Против? Один из них. О, теперь они отрываются. Это девочки рисовали, да? Тренер, кажется, наслаждается этой ненавистью. Девочка. Бобка-боб красивее, брат. Вот, результаты, пока мы уходим на перерыв. Где я? Впереди или сзади? Ах, посередине.
Это вторая половина игры, а это значит, что пора собирать команду. Каждый матч будет включать в себя маленький сюрприз, поэтому тренеры смогут менять своих бойцов посреди матча. А также, бонусные очки удваиваются, а голоса за оба... Давайте начнем с наших первых двух бойцов. Один из них будет... The Champion of British People! Шуто... Как говорится, хуйня, что ты? Святые чернила! Это еще не конец. Вот титул. Захватите его. The Champion of Sunburns. Сохранят ли тренеры своих персонажей или сделают замену? Вот что бывает, когда неподвижный объект сталкивается с непреодолимой силой. Могут ли они отправиться после такого? Я не знаю. Вот так, ребята, и выглядит герой. Да. Ну и брат. На ринг выходит два новых бойца. Алена, ты точно девочка? О! Вот это другое дело. The champion of prop comedy. Бля, и то сила. Реально, и то просто супер. Погнали! И то класс! Что за битва? Ну а победителя мы объявим после следующего матча. The champion of medical malpractice! О, Максим пришел! Тренеры должны принять решение. Бой становится однобоким. Я не верю тому, что это я... Это Наскин, Макс. Да. Наскин, его конвульсия хотела отбить. Потом не получилось у конвульсия, потому что чулки порвались. По команде? Только не ему. Ты будешь решать, кто же... The champion of hipsters. Ну да, это битва за МКАДыши. Они обмениваются ударами. Они ходят туда-сюда. Им придется столкнуться лицом к лицу. The champion of trying too hard. Будут ли игроки меняться? Давайте выясним. Это стало односторонним матчем. А вот и крайние меры. Полный хаос на ринге. Прямо как мышка в ловушке. Менталитет «Я против всего мира» определенно окупился. Один из них будет... The champion of hoity-toity! Я не верю тому, что я вижу. О, теперь они открываются. Это я рисовал, блядь! Теперь они будут бороться за этот титул. The champion of insider trading. Время для принятия решений. Какой отрисовочный ход. Это было ниже пояса. Он каков сам по себе. The champion of being vivacious. А ручка-то бойчея. Мы были свидетелями величия. Вот и очередной титул. The champion of selling essential oils. Интересно, какая девочка нарисовала император. Время принятия решения. Это битва! Битва сногсшибательна! О, пора вызвать медика! Они выполняли работу сразу двух бойцов! Это исклексительно! Так, бля! Вы не то делать! Не то жмете!
долбоёбы, я осуждаю это. Что вы творите? Осуждаю. Что за художники? Как тебе такое, Илон Маск? Ну все правильно, ты вчера пизды получил. А ты на чё-то? Ты на чё-то больше? They're living in your mind, rent free. А следующий. Креатив ассоциатор. Слышишь ты? Мы наблюдаем за каракулями придирок. Правой тоже не очень. Ауч. Приятно. Не надо обзываться. Как ни крути, ей еще рожать надо. You just had to see the real you. Сука. Вот этого я. Только один из них может быть. Осуждаю такие рисунки. Доставайте попкорн, это отличная битва. Зато выиграю 30 мэн. Чего? Что за дурацкая атака? Что за бред? Just good enough. Против? Один из них выйдет как... The champion of making people vomit. Опять каблук и опять брэ. Это противостояние титанов. Какой стример, такие эти самые, блин, зрители. Тренеры смогут менять своих бойцов посреди матча. А также бонусные очки удваиваются, а голоса за оба матча будут суммироваться. А дальше? Кто же? The champion of gruesome! А, искусство войны. Это еще не конец. Вот титул. Захватите его. The champion of what you will look like in 5 years. Сохранят ли тренеры своих персонажей или сделают замену? Это настоящее столпотворение. На это... Они идут на скамейку запасных. По-другому и не скажешь, это краска пролития. Это что, мой скрыт? Спасибо.